Совместить полезное с полезным удалось Нижегородскому центру занятости. По их программе нижегородцы, лишившиеся работы, проходят обучение на поваров, а то, что они приготовят, ну, естественно, удачные блюда, волонтеры разводят медикам, которые работают с ковид-пациентами. Наша семья столкнулась уже с этим заболеванием. У меня болела мама. И поэтому сегодня я их вдвойне рада для них готовить, для наших врачей. Мы решили помочь врачам, потому что они сейчас находятся в очень тяжелой трудовой обстановке. 24/7 работают ребята. И хочется внести маленький вклад для общего дела в борьбе с ковидом. Посвящали с ребятами, давайте будем посвящать один из уроков для приготовления обедов, вкусных и полезных для наших врачей, чтобы они знали, что они не одни, а мы вместе.